Сегодня мы проведем демонстрацию эффективности удаления известкового налета средством для мытья акриловых ванн Мистер Чистер. Для этого нам понадобится обыкновенная пищевая сода. Пищевая сода по своей природе схожа с известковым налетом, который образуется в ванной комнате на поверхностях, контактирующих с водой. Для демонстрации в один пластиковый стакан нальем обыкновенную воду. А в другой средство для мытья акриловых ванн Мистер Чистер. Сначала добавим небольшое количество питьевой соды к воде. Как вы видите, никаких изменений не происходит. Теперь добавим такое же количество соды к средству для мытья акриловых ванн Мистер Чистер. Мы видим, что началась химическая реакция. Сода стала растворяться. В результате демонстрации мы доказали свойства средства для мытья акриловых ванн Мистер Чистер удалять известковый налет. Предлагаем вам самим попробовать средство для мытья акриловых ванн Мистер Чистер в действии и сформировать свое мнение о нем.